Меня зовут Олег, я сегодня был на семинаре Андрея Веселова. Что из этого семинара я вынес? Ну, во-первых, многое из того, что говорилось, я сам уже был на пути к этому, и как бы Андрей ответил мне на все мои, на большинство моих вопросов, которые у меня возникли в ходе именно производства, именно в ходе моей деятельности. Занимаюсь я строительством. И все вопросы, которые Андрей сегодня скрывал, я думаю, что мне в будущем пригодятся. И достаточно много домашней работы, наверное, не на один месяц, которая, я думаю, поможет мне в бизнесе разобраться и увеличить доход.